Здрасте. Здравствуйте. Что-то вы высоко забрались. Здесь вы были. Так я знаю, что вы были. Маски одевайте, пожалуйста. Не, не будем маски одевать. Надо три обоины виниловых. Убирайте, без масок мы не обслуживаем. Не будете обслуживать меня? Книгу жалоб давайте. И предложение будем писать жалобу. У нас приказ, все подписано. Приказ с кем подписан? Мы подписываем приказ. Какой приказ? Что без масок мы не обслуживаем. Ну приказ чей? Ну у нас есть руководство. Во-первых, руководство рынка. Во-вторых, так, наше руководство. Это вам приказ. Масочный режим. Ну я же... Везде объявлен масочный режим. Ну... Это, же не, это не федеральный же закон. Ну не закон, но это постановление губернатора. Чье? Области. Покажите мне его. Вот наши все приказы все. Смотрите. Покажите мне постановление губернатора. Боже мой. У нас, наверное, постановления губернатора нет. Нету? Всего. Это надо у рынка. Ну если у вас нет... Руководство рынка спрашивать. Мы подписали бумагу. Я же у вас не работаю. Я же не на рынке. Я спрошу вам, и они вам объясняют. Я же у вас не работаю. Мы не можем обслуживать без маски. Но вы не имеете права. Я понимаю, маски надо одевать, потому что... Потому что нет такого закона. Ну при чем тут закон? Восстановление рынка. Восстановление рынка на меня не распространяется. Завтра рынок скажет одевать 7 ведер на голову. Но мы будете одевать ведра? Но мы вам скажут. У нас штрафуют, понимаете? И нас штрафуют, и штрафуют. Вас незаконно штрафуют. Оштрафовать и вас оштрафовать. Не надо мне ничего пригласовать. Давайте я напишу, что вы мне отказались принять. И все, я напишу на вас... Фамилия ваших обоих. Пишите, как нету фамилии? На рынок. Зачем? Вы мне запрещаете, рынок. Пишите, Миробоев. Вы кто? Миробоев, пишите. Как? Миробоев. Миробоева? Да, Миробоев, пишите. Вы Миробоева? Миробоев, магазин Миробоев. А фамилия-то на кого мне жалобу? А вы число напишите, и все. И там будет все ясно. Рынок работает, рынок пропускает в масках. Меня рынок ваш не интересует, понимаете? Я в вас не работаю. Мы сейчас пригласим охрану мужчины и все. Да мне без зачем нервы мотать? Хоть дошибись, 10-ю штурмовую бригаду высылайте. Мы такие же, как и вы, подневольные, поэтому у нас масочный режим. По распоряжению губернатора Тулеева. Нет такого распоряжения. Покажите мне распоряжение с его подписью. Да нету его там подписи его в интернете уже. Уже 100 раз посмотрели. Нам это зачем надо? Где ваши бэджики? Я хочу видеть ваши бэджики. У нас нет бэджиков, мы не носим бэджики. Ну одевайте бэджики, я хочу знать, кто меня запрещает. Бэджики. Кто меня запрещает обслуживать. У нас, видите, приказ. Мы подписываем все приказ. Вы пишите число и все, какая разница. На кого мне писать? Обслужит? Вы кто? ИП Токинин вообще у нас. Нет, вы меня запрещаете. Вот у нас все прошнуровано. Вы меня, вот, вы меня не слышите. ИП Токинин. Вы меня не слышите. Вы кто? Вы мне запрещаете. Не Токинин меня я запрещает. Я вам не запрещаю ничего. Я вас не обслуживаю без маски. Ну, я вам ничего не запрещаю. Я вы запрещаете мне покупать товар. Нет, ваш. Я вас просто не обслуживаю. Ну тем более. Без маски. Все, ну фамилию, все, фамилию, фамилию. Фамилия. Как? Кириллова. Кириллова, имя, отчество. Yes. Да это, господи, ты тише. Мы просто приглашаем охрану в таких. Кириллова? Yes. Yes. Мы предлагаем просто охрану и все, и они разбираются. Мы вообще не все. 30-й магазин Миробоев меня как вот не служил, а именно Кирилла ЭС. Да пусть, господи. Так, так. Все, мы больше ничего не делаем. Меня... У нас нету штрафов заставляли одеть маску. Здравствуйте, девчулечки. Маску. А Блин. Но. Незаконно. Держите. Купил обои. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты чего творишь, а? Нельзя так показывать. Рулончик. Здрасте. Здрасте, девчонки. Рулончик. Ваши обои нам понравились. Где вот вам-то? Вот такие, да, продавали в прошлый раз?
Длинные, да? Я помню. И клеммы у вас брали. А теперь мне надо маленькие. Узкие. А? Вот да, узкие. На 50 виниловые. Вот они. Вот здесь кухня-коридор, дальше спальня-зал. Это кухня-коридор? Да. А вот которые так, что их нет, вот как они вот... Они все стыкуются с рисунком, да? Потому что они стыкуются. А как вы хотели? Я хотел вот так. Нет, да? Именно нет, да. Все с подгонкой. Однотонный какой-нибудь. Это вот только вот бежевый, серый, вот только два цвета. Вот это? И серый. И вот этот, а вот этот ниже серый. А вот этот? Да. Все серый. Все подгонять надо. Вот эти можно не подгонять? Да. И вот еще серый. Вот этот? Да. Клей. Да, клей обязательно. Не, я сама сама. Сами? Конечно. Давайте. Все уже отлажено. Конечно. Один человек до 2 минуты 30 секунд затраливали 3 рулона. Вчера у мужика автомат Калашникова отбирали, игрушечный, составляли протокол, и втроем они запечатывали 5 минут. Не этот, или этот. Вот такой мы брали? Ну, вам-то для виниловых, тот вы брали для флизелиновых, а это для виниловых на бумажном. Не, хватит их, да? Хватит и на стену, на обои. Ну, вам хорошо. Как раз как на 6 надо. Ну все, давайте. Так, карточка, где у меня? Высокая клешка. Ну вот все. Спасибо, до свидания.